треском силой выкорчевывают автограждение на улице Толмачева. Разноцветных, зафиксированных болтами и клепками. За одним только домом 25. Участковый насчитывает 13 штук. Незаконно, то есть данные устройства считаются незаконными. Они как бы установлены самовольно. Здесь парковочные места для всех граждан, ни для, ну, ни для кого не индивидуальны. И так же самое данные парковочные места, ну, мешают уборке, то есть так же самое территории, снега, как в зимнее время. Турникеты убираются сотрудниками управляющей компании «Жилэкссервис» согласно постановлению Госадмтехнадзора. Владельцы ограничителей предупреждены за 2 недели до демонтажа объявлениями с просьбой убрать самим свое оборудование. Жители обращения проигнорировали. Около 10 минут уходит на каждое устройство. Все снятые ограничители будут храниться в управляющей компании и по желанию выданы владельцам, которые, как правило, устанавливают их вновь. По словам участкового, по этому адресу в этом году демонтируются ограничители уже в 4-й раз. По всей видимости, хозяева турникетов забывают о незаконности установки и о том, что за это еще может прийти штраф от Госадмтехнадзора в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Юлия Естегнеева, Владимир Безлепкин, Анна Белова, Ивантийское телевидение.